Привет, братве из Сиэтла, Вашингтон, родина Брюсли. Кто Брюсли знает, ставьте лайк или пишите, смотрел ли его фильмы. Так, вот дневной свет, как обещали. Toyota 93 год, Toyota Hiace Truck, грузовичок. Truck. Вот у нее с родными бортами. И даже тент еще, заднего борта только нет, что довольно редко для пожарки. Это обычно волонтер, там как там эти добровольцы скидываются и вот так содержат помощь государству. Они там возят помпу сзади, водяную помпу. Fire engine. Так, пробег 14 тысяч там с копьем. Only 9000 miles. Мотор 2Y 1.8. Задний привод. Ну, бензиновый, кто знает этот мотор, да? Вот противотуманочки есть у него. Колеса сингл, 14 inch. Сзади он, сверху маячки. Не гнилой, в идеале. Excellent condition. Эксаленто. Батарейка что-то вздыхает. Что-то там сосет, что ли, не знаю. Надо будет зарядить ее попробовать. Прикурили сейчас. Стоит, тарахтит. Вот такие вот колесики, бак вот у него тут, не помню, кто-нибудь напомните, может он как дизельный Хаис такой же, нет, сколько там литров, 70, не знаю, даже литературы нет по нему. Колесики с колпачками, вот такие вот борта. Борта, может, не совсем удобные, потому что заднего только нет этого бортика, но это не проблема, можно такую, чисто такую заслонку сделать. Вот тут мотор стоит у него. Так, что тут, огнетушитель, турничок, вот кому надо, да, турничок, ну, классный тент, так, мост сзади, да, глянь на нем, вот он тарахтит, работает, закладка, опа, все, вот, лифтовать, конечно, неудобно, да, видишь, как у него шапен, то есть этот, называют его хинч, то есть, если только рессору подкладывать. Давай сюда заглянем. Ну, 5 гаечек. Ключ один везде, двери от бензобака. Вот, как я говорил, угол мне не нравится. На старом атласе тоже так уже угол неудобный двери. А на новом атласе, 23-й кузов, там уже, блин, двери открываются вообще. Хоть на это, на мотоцикле, на кроссовом проскакивай. Ну, то, что вот это вот расположение классное, да? Вот это, конечно, четко, да? Окно открывается. Это туда-сюда вот она. Даже вот так вот она не складывается за счет того рычага, видишь, не мешается. Так настолько удобно они продумали, молодцы. Вот. Тут у них всякие эти. Следите за этим. Level. Как там уровень охлаждающей жидкости. Coolant level. Так. А, ну здесь заглянем. Заглянем тут. Тут вот такой угол, хоп, дадим вот колесики, размер, tire, size, вот у нее вся информация секретная. Так вот, да. Мотор 1.8, 12 кобеками, 2YY. YYY мотор. Пробег 14500 почти. Вот бардачка только не хватает. Я вроде бы заказал 5-ступка. Вот этого буду, знаете, да, когда едешь с Владивостока на Урал или в Москву, через Сибирь по Шилке замерзшей реке, или там Могучи еду и плачу, я Могучи еду, плачу, а с Могучи хохоча. Нагнул и лег на теплый мотор и спишь, короче, балдеешь. Так, тут вот такие штуки. Ну, машина в идеале, надо только помыть ее, а то тут мох. Это в рукопашную, все тут в рукопашную. Мох, вот тут вот гнили нет. Тут все пучкарем. Это наш веб-сайт, телефон. Звоните почаще. И вот шакен у него. Вот зеркало парковки передней. Красота. Так, брызговички. Классно, вот эта вещь, конечно. Вот такие фартуки реальные. Коробка, чистоган, там все. Тут у нее все щипчиста. Тут у него эти торсионы, да?
воздушный фильтр, эрфильтр. Торсиончики, красота. Да, вот батарея тут. Покажу, маленькая. Батарея Москен. Москен — это значит бедный по-татарски, да? Москен. Отсюда. Тут непонятная релюшка. Аккумулятор через нее идет, через релюшку. О, аукционник. Оценка 4. Great 4. Best. А, не-не. Great 3 plus B, C. Still good. Я бы 4 дал оценку. Так, ну это вот пересекать это. Как его? Не тарахтит, блин, слушай. Это же вот брод пересекать 20 сантиметров, да? Даже этот на нем есть, да? Хотя он не полный привод. Военная машина, короче, вот это такая фигня, мне не нравится. Ну, сделали бы чуть пошире, как вот на современных уже, да? Чего ломиться, как дистрофики, в эту узкую щель. Да, вот она, странная батарейка. Маленькая. А, это вот штуковина с обеденный столик можно делать, да? Опа, опа. Это можно снять, в принципе, да? И можно типа спальника, может, организовать. Потому что если вот так вот ее... Опа. О, даже сама стоит, да? Вот она, раз. Умная штука. Вот, за счет этой штуки работает. И вот практически спальник, да, сюда чем-то заложить вот этой штукой. Жалко, не раскладывается, как в этом. Называют его Бравной, которая там, она раскладывается. Кстати, Бравный будет скоро там продаваться. На этом дизель задний привод, наверное, надо взять, потому что тут, ну, просто идеальная машина, работяга. Если чуть-чуть там назад кинул, чтобы зимой не буксовал. Да только зим-то нету. Зачем-то особо-то полный привод, да? Не всегда нужен это. Так, кто отдыхает, там в горы ездит. Так, вот мотор, вот информация тут, смотрите. Фильм тут. Схема, кому надо. Жидкости они все меняли. Вот такой мотор поет. Мотор поет, шепчет. Помыть, конечно, его надо. Пробег 14 тысяч, а так как будто и не 14 тысяч. Так, что еще? Ладно, потом закрою. Ну все. До связи. Надо ехать работать. Там Suzuki Jimny этот 550 кубовый трубовый продали. Надо идти ехать. Продавец там не справляется. Сегодня суббота. Так, все, пока. Загрузим сегодня.